за маму. Смотрите, сейчас мы посмотрим, что это за ложка, за какую маму и чем там кормят. Это прям перед самым ватным участком. Шикарный вид. Я вам скажу. Вот. Уютно, вкусно. Детская площадочка. Да. Сейчас мы пойдем туда. Паркуемся. Можно. Сейчас мы припаркуемся. Слушайте, по-моему, это очень хорошее место. Матвей. Можно, малыш. Можно. Чик. Столовая. Ложка за маму. Ну что, заходим. Машинка прикольная. Круглосуточно. Технический перерыв. Собака нельзя. Фух, красота какая. Ты что, здесь сядешь? Пошли на диванчик. Иди вон туда на диванчик или сюда. Так, все красиво. Готовим кофе. Нет, наружу. Сейчас. Это не наружу, а малыш. Нет, положи вон туда. Владимир, вот сюда. Вот сюда. Сюда, да. Вот сюда. Вот сюда. Салат. И лапша. А, давай что на диванчик. А, кофе, да? Американо, да. Капучино, латте, эспрессо. Американо. Так, смотрим, что у нас тут вышло. Пюре, котлеты, минтай, капуста, оладьи из печени, винегрет из квашеной капусты, салат из свежих помидор, капуста и моркови, капуста с огурцом, винегрет, огурцы маринованные, лапша, борщ американо, чай, сок. И все это 1175 рублей на четверых, да? Как считаешь, нормально? Нормально. Мне кажется, это очень хорошо. Ложка за маму. Где мы находимся? Мы вот здесь вот, в Батайске. Друзья, да, полноценный обед у нас вот сейчас вот в столовой, в этой вышел. Чуть меньше 1200 рублей, 1175 рублей. А, вкусно тебе? Да. Тебе вкусно? Да. Малышам нравится, самое главное, здесь тоже есть детская площадка. Ешь давай. Вот. Получается где-то в среднем 1200 рублей обед, ужин из трех блюд. Первое, второе, компот. Да, сейчас малыши доедают, и мы движем на Тамань. Ну, друзья, мы поели, очень вкусно. Рекомендуем вам, кстати, очень рекомендуем столовая. Столовая. Детская площадочка, да? Вот он. Вот он, вот он, вот он. Ну? Садись. Сел? Голову подними. Держишься? Да.